Я вам, ребята, на мозги не капаю. Но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это забирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эй, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. И тут им папу римского подкинули из наших, из поляк, из славян. Сижу на нарах я, в Наропоминске я. Когда б ты знала жизнь мою, губя, что я бы мог бы выйти в папы римский я, а в мамы взять естественно тебя. Эй, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и Ватикан. Ли при короне судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй Туркмении, Аятолла и даже Хомейни. Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить, ночью подловив. Ты ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. Плывут у нас по Волге ли, по Камели, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще. Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай», там прямо без соли едят. Там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают за мажай. Потом зачет, потом домой с семью годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед. А он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, 500 вперед. Сигналим зря, бурга, и некому помочь.
мотор, он говорит, пусть этот Маз огнем горит. Мол, видишь, сам тут больше нечего ловить. Мол, видишь, сам кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня. Тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему кругом 500? И кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне? И он ушел куда-то в бок. Я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Маз попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. Смотри, какие клоуны, рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Ваня размалеванный, и голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать? Взяла бы Зин, в антракт сгонял в магазин. Что-то не пойдешь? Ну я один, подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики. В жерси одеты, не вшивьёт. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань, и пьют всегда такую рань, такую дрянь. Мои друзья хоть не в полонии, зато не тащут из семьи, а хадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин. Ой, Вань, гляди-ка, и попугайчики. Нет, я ей богу закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, всегда отстань, отпить, Вань. Уж ты бы лучше бы молчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же я думай, кузин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин? Товарищ Сатюков,
недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, полежь и сразу на диван, либо нарешь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, Зина, грубость нарываешься, все, Зина, обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянете в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтоб не жреть ворона, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюбленным, дайте укромный угол. Бросайте зерна, может, появятся всходы. Ладно, я буду покорным, дайте же мне свободу. Псам мясные ошметки дали, а псы не подрались. Дали пьяницам водки, а они отказались. Люди ворон пугают, а воронье не боится. Пары соединяют, а им бы разъединиться. Лили на землю воду, нету колосьев чуда. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду? По-нашему мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если бы водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, а как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, вы, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь.
на разойтись. Я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну че возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химки, а мне аж вон в Медведке. Там все равно автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреком, сержант подымет, как человеком. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серег, обохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега. Не по этапу, не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло, не для молвы, что мол чудак, а просто так. Может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы. Ответит он: не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан. Не то, чтоб мне не по годам,
Я прыгнул ночью из электрички, но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога да, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно. Солидный, налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. Замок врезаются ключи, и вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги. То в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины стало быть у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи злая перешли на бой,
Да на ногах моих мозоли прохудились, а топотни по комнате пустую. У соседа быстро пью, а что не пить, когда дают? А что не петь, когда уют и не накладно? А тут он баба на сносях, гусей не кормленных косяк. Да дело даже не в гусях, а все неладно. Тут у меня постены появились, я их гоню и так и сяк, они опять. Да в неудобном месте чири вылез, пора пахать, а тут не сесть, не встать. Сосед маленчик прислал, он от щедрот меня позвал. Ну я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел. И я пошел, попил, поел, не полегчало. И посредине этого разгула я пошептал на ухо жениху, и жениха как будто ветром сдуло. Невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое. В обнимочку с обшарпанной гармошкой меня и пригласили за нее. Сосед другой литру съел, и осовел, и обсовел. Он захотел, чтобы я попел, зря, что ли, поили. Меня схватили за бока два здоровенных мужика, их рогурят паскуда. Бой пока не удавили, и уже дошло веселье до точки. Уже невесту тискали тайком, и я запел про светлые денечки, когда служил на почте ямщиком. Потом у них была уха и заливные потроха. Потом поймали жениха и долго били. Потом пошли плясать в избе. Потом дрались не по злобе и все хорошее в себе да истребили. А я стонал в углу болотной, выпью, набычась. А потом и по два час. И думал я, с кем я завтра выпью, из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перебой, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, печка в синих изразцах и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит, хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку. И жена горит. И это был воскресный день, и я не лазил по карманам. В воскресенье отдыхать, вот мой девиз. Вдруг свисток меня хватает и обзывают хулиганом. А один узнал, кричит: рецидивист! Брось, товарищ, не ершись, моя фамилия Сергей. Но кто рецидивист, ведь я ж понятия не имею. И это был воскресный день, но мусора не отдыхают. У них тоже план, давай хоть удавись. Ну а если перевыполнят, так их там награждают. На вес золота там вор, рецидивист. С уважением мне садись, угощают беломором. Значит, ты рецидивист, распишись под протоколом. Это был воскресный день, светило солнце, как бездельник. И все люди, кто с друзьями, кто с семьей. Ну а я сидел, скучал, как в самый гнусный понедельник. Мне майор попался очень деловой. Сколько раз судились вы? Плохо я считать умею. Но все же вы рецидивист? Да нет, товарищ, я Сергей. Это был воскресный день,
А я потел, я лез из кожи. Но майор был в математике гораздо. Он чего и там сложил, потом умножил, подытожил и сказал, что я судился 10 раз. Подал мне начальник лист, расписался, как умею, написал рецидивист по фамилии Сергеев. Это был воскресный день, я был усталым и побитым, но одно я знаю, одному я рад. 7-летний план поимки хулиганов и бандитов я ведь тоже внес свой очень скромный вклад. 7-летний план поимки хулиганов и бандитов я ведь тоже внес свой очень скромный вклад. Слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там ходят слухи к домам, а бесовые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам. Опять сумы и старухи их разносят по умам. Их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов абсолютно.
сплетни запретят. Но словно мухи тут и там ходят слухи по домам. Опять зубы старухи их разносят по умам. Их разносят по умам. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам. Опять зубы старухи их разносят по умам. Их разносят по умам. Их разносят по умам. Старку, зверобой, и вдруг нас всех зовут в забой до одного. У нас тахановец, хахановец, захладовец, и надо ведь, чтоб завалило именно его. У нас тахановец, хахановец, захладовец, и надо ведь, чтоб завалило именно его. Офицер, его нам ставили в пример. Он был как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. Спустили штрек и бывший зэк, большого риска человек. Сказал: беда для нас, для всех одна. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять, начнет стране угля давать и нам хана. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять, начнет стране угля давать и нам хана. А поработаем с прохладцей, один за всех и все за одного. Служил он в Таллине при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его. Служил он в Таллине при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его. Красивые, а на твои бока. А если что дешевое, то новые фартовые. А ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу не нас
сытную и стерву неприкрытую. Сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет, а ты всегда испитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. А ты всегда испитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. Траву деньги словно с неба сыпались крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались, все прошло и исчезло, словно с яблонь белый дым. А Бог с тобой проклятой, с твоей верной клятвою о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя поплатают, тебя самую мать твою. Живи себе как хочешь, я уехал навсегда. А ну тебя поплатаю, тебя самую мать твою. Живи себе как хочешь, я уехал навсегда. Мне ребята сказали про такую наколку. На окраине там даже нет фонарей. Если выгорит дело, обеспечусь надолго, обеспечу себя, я и лучших друзей. Но в 12 часов людям хочется спать, им на завтра вставать на работу. Не могу им мешать, не пойду воровать, мне их сон нарушать неохота. Мне ребята и сказали, что живет там артистка, что у ей бриллианты, золотишко денеха, и что все будет тихо, без малейшего риска. Ну а после, конечно, мы рискнем и набегам. Но в 12 часов людям хочется спать, и артистки идут на работу. Не могу ей мешать, не пойду воровать, мне ей сон нарушать неохота. Говорил мне друг Мишка, что у ей есть сберкнижка. Быть не может, не может, наш артист не богат. Но у ей подполковник, он ей-ей полюбовник. Этим доводом Мишка убедил меня гад. А в 12 часов людям хочется спать, им на завтра вставать на работу. Ничего не поспят, я пойду воровать, хоть их сон нарушать неохота. Говорил я, ребята, что она не богата, бриллианты и подделка, подполковник забежал. Ну а этой артистке лет примерно под 300. Не прощу себе в жизни, что ей спать помешал. Ведь в 12 часов людям хочется спать, им на завтра вставать и на работу. Не могу им мешать, не пойду воровать, мне их сон нарушать неохота. Thank you.
Вот и все.